Та модель управления страной, которая сейчас присутствует на Украине, называется олигархическая. Олигархический капитализм такой. И поэтому, когда олигархи начинают грызться между собой, драться между собой, это ни к чему хорошему не ведет. Потому что Порошенко, это самый такой главный олигарх, который является еще и президентом, когда он начинает душить Коломойского, он как бы говорит всем остальным олигархам, и в частности Коломойскому, что их капиталы будут отжимать, их будут забирать, их будут ликвидировать и так далее. То есть начинается большая олигархическая война, которая в первую очередь спровоцирует отток капиталов из страны. Это я говорю вам как экономист с высшим образованием. Всегда было так. Поэтому выводить остатки экономики они будут более активно. Они будут сейчас срочно перебрасывать свои на Доминикану, ну, в любые офшорные зоны какие-то, через какие-то там дырочки всякие. У них, конечно, есть деньги, у Коломойского не пропадет. Думаю, что он человек не глупый, и, конечно же, часть денег уже вывел, ему достаточно этих денег для жизни. Но активная позиция, вот это желание управлять, руководить, быть все время на гребне волны, быть медиаперсонажем, она, конечно, заставит его бороться. Но думаю, что в ближайшее время это будет такая большая клановая война.